Так, Ренатик видит Ренатика и понимает, что похоже, хана там будет. О, еще один Ренатик! Да ну нафиг, три Ренатика! Уходим, уходим. Ренаты! Ренаты, уходите! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Among Us. Ну что же, друзья, на новой карте все, мы начинаем быстренько, ребята, скорее, поскорее, как говорится, потому что 8-7 чуть не закрылось, чисто чуть не минус сейчас у нас произошел. Короче, вперед, ребята, член экипажа, окей, берегитесь, два предателя среди нас, и у меня... Обычная, ребята. Ну что теперь делать? В общем, ребят, если вам нравятся ролики по Among Us, обязательно ставьте лайкосик, телеграмчик, все дела, ребята, все вперед. Короче, недавно узнали то, что именно вот те же самые вот эти вот штуки, короче, да, используют не только предатели, не только, ребята, предатели, а оказывается еще и маленькие наши замечательные хорошие инженеры, и уже труп! Да ешкин кошкин, а брудигу первым просто слили! Как, фух. Так, как так? Так как? Блин, бродягу уже просто... Ну, там два предателя, поэтому надо аккуратно. Блин, я очень хочу выиграть. Надеюсь, мы выиграем в этой катке. Попытаемся. С бродягой кто-то был. Вот вопрос, кто? Там, потому что, знаешь, там, короче, есть еще и морфы. Притом, ребятки, тут есть еще и морфы, поэтому надо прям аккуратнее быть. Так. Что, какой? Тут сразу просто обвинение, просто... Ренат кипишует. Кто... Ну ладно, давайте воздержимся. Как бы все равно непонятно. Вы понимаете, это, ребятки? Угу. Так, let's go. Блин, бродягу первым вывели, это капец. Это капец на самом деле, потому что он... Но он хорошо разбирается в Among Us. Да, вот эту ракушку не нажимаем, ребята. Ни в коем случае, не надо. Конечно. Грибочки все дела. Альбертик. Так. Ребятки, ну-ка, давайте я за вами. Вообще, по идее, конечно, надо выполнять задание. Вот эти грибы, это капец, чертовски хреновая вещь. Прям вообще. Так, let's go. Опс, трямсик, как говорится. Так, вот так вот быстренько. И уходим. Такс. Так, видел. Так. Не, вроде нормально. Ренат здесь. Так, тут 30 секунд. Ренатик как-то стоит. Нехорошо. Не Ренат ли это? А, не, ну спокойно, вон чел бегает. Все окей. Блин, ну карта прикольная, кстати, на самом деле. Ребят, карта прикольная. Правда. Так. Поивочка такая. Ты знаешь, это типа тамагочи, что ли, или что? Что за... такое. У меня, короче, история была, то, что у меня, короче, на балконе голуби росли, прикиньте. Так, пиццы, да держи, родной, попить, поесть, все, хорош. Так, есть, мы это сделали, и у меня, пойдемте вместе пойдем. Ренат Соулис Рипер. Сейчас может что-то нехорошее случится. Рипера только не видно, кстати. Так, Альбертик тут, фуряша. Так, окей. Угу, мне нужно наверх, ребят. Ренатик как-то... Блин, надо за Ренатиком аккуратно! Ренатик! О, два Ренатика! Там два Ренатика, ребята! Там проблема, там два Рената, ребята! Да ну нафиг! Я вас не видел, все, я вас не знаю, ребята. Я даже не хочу. Давай. Кто там? Ренат Соулиса и Собакина. Капец. Я два Рената видел. Так, Альберт тоже видел. Так, хорош, пельмень. Пельмень точит. Так, давай, короче. Ну что ж, пельмешка, давай, берем. Блин, пельмени я люблю, ребята. Особенно, знаешь, когда... Блин, когда чувачок мне 500 рублей задонатил перед каткой. Когда... Так, и он потом напишет. Такого предательства я не ожидал, бро. Такого я не ожидал на самом деле. Больше 500 рублей не будет. Больше я не буду донатить.
Блин, ну пельмень. Ну-ка, ну и что там, что там? Пельмени выгоняют. Но если это не пельмени, это будет плохо. Это будет для меня. Ладно, не, ну ладно, он предатель. Ладно, все хорошо, все, ладно, все окей, окей. Если бы он был бы не предателем бы, сказал, Ренат, блин, а, два Рената там было, между прочим. Два Ренатика. Так, мне осталось последнее задание, кстати, ребят. Сейчас быстренько выполню. Ух, так это же идеально, господи, вот всегда бы я такое... Вы что, серьезно, прикалываетесь? Это же нахрен не нужно по факту, что это за задание такое? Ну, типа, блин, прикинь, мамка бы тебе сказала бы, сыночек, повыполняй там задать, поиграй там, поуничтожай метеориты. Ну или что, или реально это подключено, вон, к орбите, что за фигня? Так, давай-ка посмотрим, давай-ка поглядим, ребята, я, в принципе, свои задания выполнил. Я очень быстро выполняю, в принципе. Смотри, какие, конечно. Так-с, тремсик. Так-с. Уже обнаружили. Я даже не увидел. Я думал, Ренат не побежит за мной. Так-с. Что теперь? То есть Ренат, в принципе, точно спалился. Зачем? Синий. Два Рената. Опять два Рената. 22 Рената, 22 Рената. Рипер? Так кто, Рипер или Синий? Погоди. Какой Рипер? В смысле Рипер? Рипер уже помер давно. Рипер уже давно. Какой Рипер? Рипер вон он уже реально рипнулся. Ты шо, родной? Ты чего, блин? Капец. Просто капец. Ну это синий, наверное. Сейчас посмотрим. Скип? Точно скип? Ну-ка. Бай-бай. Ну все, это печально. Это печально. Альбертик гений игры, похоже. Все. Нам хана, ребята. Нам хана, похоже. О май! Ну все, я понимаю. Я понимаю, к чему все ведется. Окей. Альберт покидает игру. И это не он! Он даже покинул игру! Либо Дучи, либо Ренат. Все, нам хана. Нам хана, ребята. Нам хана, вы понимаете? Все, нам хана! Да в смысле? Чё ты прячешься, Ренат? Ай-яй-яй-яй-яй, я ухожу! Я ухожу от Рената! Это похоже Ренат! Выполняй задание, братан! Он, походу, сейчас нас убьет. Все, это он! Я клянусь, это похоже он! Да выполни задание! Бро! Я Рената как-нибудь попробую сейчас... Быстрей. Не, я туда побегу. Ребята, я побегу туда. Тихо. Дай бог он выполнит задание. Боже мой, блин, сраные грибы. Что за выросли такие? Чего? Это что такое? Есть же, ребята. Так, ну что там? 8-9. Ну-ка, быстро. Есть, окей. Ну. Рената убили, да ну нафиг. Вопрос. Ок. Ну, Дучи, не подведи меня, пожалуйста. Блин, ну я не думаю, Дучи он как-то пошел, но... Ладно, я думаю... Да блин, ну Дучи не может врать. Да не, Дучи бы никогда не соврал, ребята. Притом, он там замотивировал меня в качалку ходить, так что это 100%. Не, ребята. Это 1000000% не Дучи. Давай же. 100%, ребята, 100%.
Сейчас тучи такой. Да, да. Да, 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 да. Да. Ну-ка. Дучи, я тебе доверял. Я тебе доверял. Блин, ну это печально, ребятки, это печально. Вот что я вам скажу, давайте еще раз, давайте еще раз. Неплохо, неплохо. Так, ну только понятное дело, с настройками поиграем и, короче, сделаем что? Чтобы инженеры все... Ну хотя, не знаю, смысл есть, не? Ребятки, инженеров всех. Ну пусть перемещают, знаешь, прячутся как бы. Ангел-хранителей тоже побольше. Вот было бы прикольно, если бы оборотней, вот именно что, как и предателей, можно было бы устанавливать. Прикинь? 10 нафиг. 10 нахрен импостеров и 5 только мирных. Да прикинь, что бы творилось. Ну, понятное дело, что это невозможно, да, это понятно все. Ну, короче, вот как-то так, ребят. Замечательно, замечательно. Сейчас поглядим. Поглядим, что же у нас получится, ребята. Давайте. Let's go, ребята. Ну-ка, дай-ка превращение. Сейчас быстренько Ренатик. Тут у нас в деле скилл на пределе. Сейчас быстренько тут пройдемся по пляжику. Так, Ренатик видит Ренатика и понимает, что, похоже, хана там будет. И знаешь, и тут Ренатик такой, что же мне тут делать? О, еще один Ренатик! Да ну нафиг, три Ренатика! Уходим, уходим. Ренаты! Ренаты, уходите! Так, тихо, спокойно, спокойненько. Ой, братан, ты че, блин, делаешь? Ты че, блин, делаешь? Мы же сейчас... Господи. Так, тихо, спокойно, спокойно. Тут еще и дучи. Ну, это... Блин, я не думал, что он там его убьет. Что Сувлис его убьет там. Я подумал, ну не надо, типа. Да, блин, я только предателем стал. Блин, ну это они поймут, наверное. Потому что я как бы это до лестницы раз уходил. Блин. Ну. Это плохо, ребята. Это плохо. Господи, там три Рената было, понимаешь? Это жесть. Это просто жесть. Блин. А чё я-то? Блин. Не, я буду молчать, пофиг. Пофиг. Я, короче, я, если что, ребята, я такая... Тактика, короче, буду, ладно. Я с тобой был. Говорит. Блин. Такс. Нормально. Никого не выбросили. За это бахнем класса, ребята. Дай бог. Дай бог. Так, найс. Все, отлично. Пойдем, короче, опять же там. Ля там просто, смотри, что делают, а. Такс. Трямсик есть. Дучи есть. Такс. Два дучи, ребятки. Тут у нас, смотри, трямсик, как говорится, ребята. Два дучи. Ребята. Блин, ребята. Вот тут немножечко непонятки, да, ребята? Да хватит дохнуть. Алло, чё, меня два? Да понимаешь, там Рената было трое Ренатов. А дучи двое, это нормально. Это хорошо. Или погоди, или там еще дучи. Погоди, Солис, ты что? Ты тоже, что ли, за дучи был? Я не увидел. Я, прикинь, я такой, да это дучи был. Такс, ребята, ну это катка, конечно, у нас. Ой, блин, ну это не Риппер. Такс.
Трямсик, ребята, 15 секунд. Все оправдываются, все нормально, ребята, все как по маслу. Все, воздержаться. Тучи. Так. Так, ну окей, хорошо, ребята, просто замечательно. Что дальше делаем? Давай поглядим, что у нас там по заданиям. Соулис тут, блин, Соулис. Тут еще и Рипер. Там два Рипера! Офигеть. Так, вопрос. Да похрен. Главное, что я не спалил одного. Понимаешь? Как бы, ладно, пофиг, я на себя беру удар, короче. Ну, это, конечно, тупо было, короче. Но зато Соулис может вывести, короче, гениально. Потому что он бы, за ним бы чисто следовали. Понимаешь, в чем беда? Сейчас поглядим, что будет. Кто с нами был? Я был рядом. Я точно был. Там два Рипера. Там два. Да блин, да, это подозрительно. Подозрительно. Реально подозрительно. Я тебе скажу. Такс. Ну... Ты? Кто? 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 Да. Вот это повезло, ребята. Вот это повезло. Хорошо, вообще хорошо. Так, Снась. Да блин! Ну все, это им хана по любасу. Кто там? Дуча. Не, ну тут уже все, да, ребята. Тут уже неприятненько будет. Дучи прям нарывается, если честно. Он прям так ходит, прям хорошо так. Ладно, ну что же, друзья, вот такой ролик у нас получился на новой карте. Прикольно было. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.